Наверное, эти самые, да. Опа. Через смартфон, А, понял. Ну, в общем, Евгений Луцко. Прошу любить и жаловать, сейчас про себя расскажем. Чего, когда, где родился, женился, учился и в упоре, на 40. Я всех приветствую. Сколько выставок было, ты там писал, я-то вот эту биографию, которая там написана, раза в три сократил, наверное. Вот, там было все написано, сколько выставок, сколько призов, это все же надо рассказать. У меня на предыдущую выставку просили написать, сколько выставок, сколько призов. Спасибо Павлу, что он это все убрал, потому что это все тоже не важно. Ну, кто эти призы дает, кто там, не важно это все. А выставок? Ну, из тех, что вот персональные такие большие, я организовывал сам, наверное, третья. Если не считать того, что предыдущие две они ездили по разным местам. В Карелии, в Санкт-Петербурге. Как-то так. Не знаю, ну про картинки свои. Что снимаешь? Где? Как? Чем? Давайте так. Два жанра. Нет, вы не мешаете. И пейзаж. И я уже третью выставку вешаю их вместе. Мне кажется, они хорошо друг друга дополняют и уравновешивают. Потому что стрит он порой тяжеловат. И для восприятия тяжеловат. И скрытие иногда не очень приятно. А стрит это наша жизнь. Творение. Это хорошо. Вот та жизнь мне иногда больше нравится. Я очень люблю природу. Сам Карелу, поэтому вот для меня пейзажи это больше, да, как сказать, это больше поиск плана, когда ты размеренно ходишь, смотришь, думаешь, понравилось снял. А стрит это скорее, наверное, работа, по ощущениям, когда ты выискиваешь именно момент, кадр, дальний, цвета, тени, иногда цвета. Шедевр. И посмотрев на работу уже внимательно, несколько слов скажу. Недолго. Засекать? Нет, действительно, на вернисаже все-таки стоит, наверное, сказать несколько слов об авторе, потому что впечатления-то все равно получены, и попытаться их быстро сформулировать. На завтра они немножко изменятся, будут чуть-чуть другие, может быть, более лаконичные, более хорошо сформулированные, но сегодня они наиболее яркие, потому что сказать, что хочется, что-то я уже Евгению высказал какие-то соображения. А для, так вот, на публику, наверное, хочется отметить, что автор-то очень интересный. А так там была одна из лучших на тему.